Ну вот, дорогие друзья, опять зима, опять гиперморозы, опять минус 25 и опять привычная ситуация. Выходишь на парковку, пытаешься сесть в автомобиль, а дверь-то примерзла. Когда такое случается, планы идут под откос. А ведь автомобиль должен облегчать жизнь, а не усложнять ее. Я сам помню, как отогревал дверцу кипятком, но через несколько часов она застыла еще основательнее. Впрочем, мы будем думать на шаг вперед и поговорим о том, как предотвратить замерзание резиновых уплотнителей дверей. Миллионы россиян знают, чтобы предотвратить замерзание дверей, надо использовать силиконовые смазки. Силикон образует сплошной полимерный слой, который придает уплотнителю водоотталкивающее свойство. На сегодняшний день существует огромное количество подобных решений. Первое, что приходит любому из нас в голову, это силиконовая смазка в аэрозоле или в спрее. Сейчас попробуем нанести. Наносится легко, но есть минус. Тут вот эти капли образуются и может попасть в салон. А еще ее пары витают в воздухе, нужно проветривать салон. Многочисленные производители автохимии на планете не стоят на месте и предлагают нам все новые и новые решения. Второй вариант – использовать вот силиконовую смазку вот в таком флаконе. Она скорее даже на гель похожа. Даже вот так по первым впечатлениям можно точно сказать, что есть один плюс перед аэрозолью. Никакая химия не будет капать и оседать в салоне. Наносить смазку удобнее, ведь она попадает ровно на тот участок, по которому вы проводите, потому что флакон оснащен специальным дозатором в виде губки. Кстати, такую смазку важно наносить на сухую чистую поверхность. В ней содержится порядка 85-90% силикона, а благодаря специальным высокомолекулярным добавкам она создает долговечный слой на резиновых уплотнителях. Индивидуальный предприниматель Шалыгин является дистрибьютором Санкт-Петербургской научно-производственной компании ВМП Авто, которая выпускает смазки силикот резин. Они имеют удобные флаконы с дозатором, впечатляющий диапазон рабочих температур от минус 51 до плюс 50 градусов по Цельсию. Производители заявляют, что содержание силикона в ней в 5 раз больше, чем в аэрозольных аналогах. Смазки силикот резин можно найти во многих автомагазинах и авторынках Краснодара.